принимаем усилия с тем, чтобы безопасность дорожного движения была более высокого уровня. В этом плане нам помогали наши российские друзья. Министерство внутренних дел оснащено необходимым количеством современного автомобильного транспорта, иные технические средства с тем, чтобы контролировать дорожное движение. Мы в прошлом году внесли некоторые изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточили меры по отношению к тем, кто нарушает правила дорожного движения. Понятно, для того, чтобы обеспечить еще более высокий уровень безопасности на автомобильных дорогах, необходимо строить дороги современного уровня с разделительной полосой безопасности. Такой возможности у нас пока нет, но мы обновляем полосу безопасности. Если вы обратили внимание, мы почти всю территорию Абхазии, республиканскую трассу осветили. Мы особое внимание уделяем прилегающей к республиканской трассе территории. Значит, во-первых, там проходит постоянная работа по очистке этой территории, повышает видимость, это повышает качество проезда, потому что становится красивее. Эта работа идет.